Франция должна положить конец провокационным и подстрекательским заявлениям, подрывающим мир и стабильность. Об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в ходе интервью общественному радио France Inter. В заявлении сказано, то, что министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна ошибочно назвала Карабахский регион Азербайджана анклавом внутри Азербайджана в форме Нагорного Карабаха, является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, также к правам азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе. Еще раз хотим напомнить французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией и составной частью Азербайджана. Вместе с тем, утверждение французской стороны о том, что пограничный контрольно-пропускной пункт Лачин, созданный Азербайджаном на своей суверенной территории и через который жители армянской национальности уже начали прозрачно проходить в обоих направлениях, якобы блокирует дорогу, не имеет никаких оснований. Азербайджан осуществляет охрану своих границ, и их пересечение происходит в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне. Французская сторона должна положить конец таким провокационным и подстрекательским высказываниям, которые не служат миру и стабильности, говорится в заявлении МИД Азербайджана.